Вы, блин, встал там. А чё, перемещение-то недоступно? В Монтане начался сезон пожаров. Сельхозугодья превратились в пустырь, а природа вокруг чахнет. Пожарная служба Монтана. Друзья, мы ж тут были, не? Мы тут были. Что, ты пешком пойдешь? Да. Я переберусь туда. Только скажи, мы размажем идемщиков по стенке. Да, ты замечен, как? Или этот нас съебил, заметьте. Одно другому не мешает. Засмотрелась на девчонку? Это не мой тюльпан. Кончай с предательницей и ищи дальше. Где вертолет-то? Так, не обязательно, что вертолет должен быть. Так, кого убить? У меня тут никого нет. Вертолет вон стоит. Справа. А у меня тут никого не было. Знаешь, куда лететь? Нет. Вниз, 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 вниз. А. Нас этот придурок сел, нет? Нет. Не пошло. Здравствуйте. Здравствуйте. А вас не смущает, что ваш пилот смотрит на вас? Ну, я не смотрю, я ничего не знаю. Блин, холодно, наверное, уже в сандалях. Не знаю, я без обуви. Скажи, когда мы очень близко к земле будет. А что? Ну я как бы снижаюсь. А я тут при чём? Не знаю. Кто на земле? Не знаю кто. И опять замечен напарник. Странное дело. А, так это в та пещера, в которой мы были. Прощайте, пассажир. А если я стрельну по парашюту, что-то случится? Не, вообще ничего.
Да, хотя бы ты мог резкие кругаля давать. А мы с лука должны? Ублюдка, подожди, пока сядет. Потом оторви сучонку член и верни тюльпанчик домой. И не порань мой вертолетик. Говорят, не порань вертолетик. Я не срал уже 6 дней. Честное слово. Так, а что ты к нам псов пришел? Он пешочком прибежал. Все делаем очень скрытно, да? Тут горчицу серый пособирай. Суп потом будем делать. Мы опять тут были, я помню, мы сюда ехали, заезжали. Нахрена мы убивали? Прикрой, пока я бегаю. Тут снайпер, если что. Видишь, святош? Нет, не вижу. Еще. Нет, у снайпера, можешь спокойно идти. Ай, блин, я думаю, туда можно нырнуть. Серьезно? И как? Ты от меня не сбежишь. Я за ней лечу. А, ты тоже за ней лечишь, да? Сейчас мы все починим. Нет, ты должен лететь. Упсик, как закончишь, сразу же тащи сюда мой тюльпан. Если возникнут неприятности, имей в виду, что тюльпан оснащен орудиями. Эти крошки страшнее, чем бык в брачный период. Как там поменять? X. А тут только эти. Тут нету ракет. Да хотя бы отстрелим всю эту дверь. Я не могу. Я не могу на них смотреть даже. Единственное, что могу, это выпрыгнуть. Так разберись с ними, все. Охренеть. Блин, только пулемет. Слева. А это обычный пулемет. Да, вообще даже не то ли нормальный человек какой-то летает. Чё ты у тебя золотая двухстволка? Ну, вообще-то у тебя есть. Да? Да, да тут за веру мы получили. Это ты получил, у меня нету ее. А-а-а. Я у тебя собираю только испытания и все. Я потом пойду. Пройду по-быстрому уж, что мне. Стоп, не знаю, 8, 9, 10 там. После тебя. Почему? А че? Часов 8, 9, 10? А мы до скольки будем играть? Я не знаю, до скольки. Надо, кстати, это поесть, наверное. Тюльпанщики тут как тут. Надеюсь, вы с тюльпаном рядом, потому что нам нужна помощь. Смотрите вниз.
Да ты заколебал, блин. Чё они такие сильные? Там остался-то один всего лишь. Ладно! Чё за меня смотришь? Твою мать, это так меня заводит! Да чтоб мне провалиться! Ты не только подоспела к самому празднику, но еще и тюльпан вернула. Так, я человек слова. Нужен пилот, который отстрелит суслику хрен с высоты 15 метров? Обращайся. Вызывай, когда хочешь. Только не на закате. В это время Александр занимается йогой. Дивное зрелище. Ах, это задница, когда он стоит в позе собаки мордой вниз. В общем, спасибо, пупсик. За мной должок. Здравствуйте. Там еще задание есть. Меня бесит теории заговора. Для начала магазин. Но если он поделится запасом взрывчатки, я буду слушать. Не, давай. Это в дробаша, да? Или он в пистолетик, скорее всего. Какое? Ну, двойной, ну, обрез. А... Да. Угу. Нет у меня, нету его. Теперь можно ее и выбирать. Ладно, так. Навыки. Какие? Нет, лучше хп тогда лучше. Убейте двух командиров. Потом может куда-нибудь. Помоги мне! Ты только посмотри, что творят! Разливают повсюду блажь! ЭТМщики перевозят эту отраву по всему округу. Эта хрень попадает в реку и заражает ее. Видишь зеленые контейнеры? В них полно блажи. Их везут в какое-то важное место. Нужно найти куда и уничтожить их. Мой лайф-коуч учит решать проблемы поэтапно. Шаг первый. У эдемщиков есть ноут, который поможет отследить контейнеры. Найдем их и подорвем! Бабах! Вот бы Аделаида меня заметила. А так мы там... Вот так же. Там уже серы были, если что. Я поближе перемещу. Прям туда? Нет, прям туда нельзя. Печально. Там мы же на, тогда на вертолете прилетели. Тут же вертолет рядом. Блин, это вот вертолет. Что такое? Там серый, это, впереди карта какая-то. Ну вот еще кадр, скажу я тебе. Эгоистичный и тупой, как пробка. Вера, сейчас поэтому дыр... Подобное к подобному. О! Пошлись. Так, тут сверху. А, ну ладно. Чего? К нам вертолет прилетел. Я знаю. Он розовый. Так, потому что тюльпан это... Смотрим, как боты водят. А я не могу, кстати, я выгнал. Такие ночи надо бегать по лесу голышом и трахаться, как кролики. Ладно. Сладкая, у тебя проблема.
Серый, ты же можешь на Q, типа, заставить ее убивать кого-то. Да. Самое время. Да не трогай их. Я сзади! А вся есть? О, так, точно? Еще один трофей! Сейчас я! Эй, забыл сказать. Ноут подсоединится к GPS на их лодках. Умно, правда? В общем, ищи компы лодки, и тогда мы найдем контейнеры. И ты сотрешь их в пыль! Так, мы поймали сигнал. Можно отследить лодки, но сначала тебе надо подняться в воздух. У заправки стоит вертолет. Проследишь за ними с высоты птичьего полета. Сейчас я заказал. Подожди. Ушел? Сейчас взлетел. Да-да-да. А, ничего себе! Где лодка смотрела? О, лодка. Полюбовь помытая. Не-не. Я бы... Она бы сразу чуть ли не показана. Дура, немного подъезжаешь. А... Я-то не могу назад смотреть, у меня нету там открытого. У меня ж нормальный, хороший вертолет. Там летишь? Ничего. А, ну да, ты меня же не выбрасывает. А чё, где тут? Чё это? Не знаю, нет, тут просто какие-то люди. Они там что-то взорвали, я начал по ним стрелять. А я тут. Так я тут. Не с пещеры, что ли?